Исламский институт имени имама Азама в Таджикистане теряет популярность в стране. Об этом сообщил ректор института Таджиддин Асумуддинзода в интервью информационному агентству «Азия Плюс» 21 января 2017 года. Асумуддинзода отметил, что численность студентов-первокурсников сократилась почти на 40%. В прошлом году в наш вуз на 308 учебных мест поступило лишь 197 человек. Из них 102 учатся на договорной основе, остальные на бюджетной. При этом ректор затруднился объяснить, с чем именно это связано. Следует отметить, что в прошлом году власти Таджикистана санкционировали ликвидацию последних нескольких медресе, но тем не менее жители страны все равно не торопятся поступать в Исламский институт. Наблюдатели отмечают, что преподавательский состав института проходит тестирование, созданное Комитетом по делам религии аттестационной комиссии, в который входят представители органов госбезопасности страны. Данная комиссия ведет очень жесткий отбор преподавателей, а посему аттестацию проходят лишь люди чрезвычайной лояльности режиму, искажающие ислам в угоду режиму. Тех же из преподавателей, кто отстаивает исламские позиции, просто увольняют. Причем это продолжается уже в течение нескольких лет, и, соответственно, население осознает тот факт, что в Исламском институте невозможно приобрести истинные знания в сфере исламских наук. Этим и объясняется резкое сокращение числа абитуриентов, поступающих в институт.